Друзья, всем привет! И сегодня мы начинаем видео уже с закорма. Приехали сегодня на большое водохранилище. К сожалению, пока на наши места любимые оно нас не пустило. Здесь большие промоины, но погодка вот была оттепель, сейчас морозики. Лед стал, и мы добрались на одно из мест. Ну, пока не наше. Мы здесь впервые, но место обещает быть хорошим. Достаточно уловистым. Уже засверлились, нашли себе глубинометром место. Будем ловить на 7-метровом русле, на плата. Здесь такая плата 7-метровая. 6,5-7 метров везде. Туда дальше выход. Уже идет там 6, 5,5. Ну и пошло-пошло к берегу. Вот там миляки. Ну, как обычно, с собой взяли ставочки. Без ставок нам не интересно ловить. Ну, так гораздо веселее. То есть, ну, белая рыбка, ну, когда еще флажочек загорается, это ж песня, романтика. Закармливаемся. Прикормка у нас сегодня вся зимняя. Зимний лещ от РСКИ и лещ Абсолют с добавлением сухого опарыша. Такая пахучая прикормочка. Ну и обязательно лиманчик. Лиманчик тут в газеточке. Еще со вчерашней рыбалки остался. К сожалению, мы вчера видео не сняли почему-то. Были тоже на этом водоеме, но немножко в другом месте, в более узком. Здесь такие разливы, просторы. Вот. Да, с сыном приехал, да. Сейчас закормимся и пойдем туда вот на выход из ямы, на бровочке будем ставить ставки. Ставим глубину. Ну, я уже много раз показывал, как я ставлю ставки. Проверенный рабочий способ. 1, 2, 3, 4, 5. Уже рассказывать не буду. Кому интересно, ребята, ну, смотрите видео зимние. Практически на всех зимних рыбалках мы с собой ставки берем, поэтому. Так, ставим, 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 ставим. Здесь глубоковато, так метра, наверное, 4 есть. Даже, наверное, больше. Под четверочку. Сошла? Все, ребята, уже ставочки проставились, сели. Сразу с первого заброса у меня словилась плотвичка. Вон, лежит такая, ну, небольшая, пока показывать нечего. Под полкило где-то. Сазан. И видно, что рыбка уже активна, то есть в рыбочке лунка собралась. Есть. Ну, упирается, ребята, что-то. Хорошо. Хорошо. Ух. Есть. Ребята, первый подлещик. Говорим тихо, людей много. А то сейчас, блин, навалят сюда, блин, к нам. Лупит дырки. О, подергивает, ребята, поднимает кивер. О, есть. Есть. О, ребята, вот сейчас хорошее что-то. Ну как, не полкило, конечно, но что-то тащится, сопротивляется даже. А, вижу, подлещик со дна прет. А, красавчик. Вот уже, ребята, прошло. Сколько? Минут 5. Уже 4 рыбы есть. Хотя, ребята, если честно, мы сегодня хотели на другой водоем поехать. Больше упереться, конечно. Ну, в Бель тоже. Ну, как-то там более такое щучье озеро. Но проспали. Поздно встали. То есть на утренний выход мы уже не успели. Щучий. Поэтому решили сюда поехать. Здесь больше по Бели. Ловим. Да,
недавно еще подкармливались, начал ловиться один ёрш и окунь. Ну, подлещик мелкий, подлещик, твой первый подлещ сегодня. И вот подкормили, сразу стала белая рыбка обратно, ну эту сразу отпускай, он слишком мелкий. Немножко процесс идет потихонечку. Подкармливаешь, а сразу рыбка становится белая. Ну, плотвичка нормальная. Видишь, у тебя плотва. У тебя плотва, а у меня ноль. Хотя лунки рядом совсем. Сколько мотыликов одеваешь? Я? Три. Три? У меня тоже три. Интересно, ладно. Ждем. У нас пока плотвичка поклевывает. Плотвичка вот поклевывает. Правда, у меня в луночке был окунь. Ой, ёрш стал. Вот сейчас вот первое что-то такое. Сейчас посмотрим, что я там словил. Плотвичка. Батон. Плотва стала, да. Подлещик ушел, снова плотва. Ну, а ребята, у Дениса еще подлещик проскочил. Мелкий, но уже такой таранька. Ну, слушай, у тебя там кучка прибавляется. Уже скоро к моей кучке приблизишься по количеству. А, ручки морозит. Мороз. Хорошо. Ну хоть не сыро. Вчера ребята ловили тоже здесь, на этом озере. Погода была капец, блин. Утром шел снег мелкий, такой крупкий. Потом пошел дождь. Такой хороший. Мы аж плащи поодевали. Сидели как снеговики. 150 одежек. Потом опять пошел снег. Такая сырость была. 0 градусов. Сегодня хоть морозик, да, руки мерзнут, но приятно сидеть. У меня сейчас такая поклевка была. Поклевка была плотвички. Плотва. Ребята, что-то уже такое более-менее. О, мордатый. Ну, мордатый, видишь, на лимана. Ну, то мордатенький нормальный. Ну что, долбилка долбит. Ну так, ребята, подлавливаем сейчас. Немножко походили, карасиков своих побудили, все спали, в принципе. Закормились. И вот, закормились, ну пошли карасиков побудили. Вот подлещик сразу. Но поклевки такие были бурзые, я, честно говоря, думал, либо плотвичка мелкая, либо ёрш. Подлещ. Нормально. Круть. Вот подлещик подошел. Недавно плотвичку достал. Такая она, получается, вперемешку. Совсем фигня. Он просто, получается, у него аж рот расположен. О, бля. Подлещ, да, подошел. Подлещ, ребята. Дергает. А не, мордатый. Думал, подлещ мордатый.
О-о-о-о-о. Ух, хороший. Подъем хороший был. Бам вообще не попался в молоко куда-то. Ну, вот что-то есть. Поселка. Наконец-таки. Я прям почувствовал, как в губу вонзается этот крючок. Ну, и у меня что-то. Может, и я? Да не, а плотвичка. Ну, как я и говорил, либо плотва, либо ёрш. Плотвичка. Наверное, мотыля всего обожала. Уже не хочет. Есть что? Да. О. Ну, здесь кажется мне. Да, чтоб тебе. Это практически поднят кило. Она просто... Хотя, как она засекается, да, если она лежит. Ну, она съедает все с мормышкой вместе. Что это? Подлещик? Или ты густерос? Глаз какой большой. Подлещик, наверное. Глазастый какой-то. Пускай его. Пошел. Что, ребята, наверное, будем заканчивать нашу рыбалку. Начинает темнеться. Клев пока, ну, пока упал, скажем, на нет. Основную прикормку сегодняшнюю, что мы замешали вчера, вернее, вечером. Мы на озере зимой никогда не мешаемся, чтобы прикормочка дома в тепле добрала свою влагу спокойно. Делаем заранее прикорм. Единственное, что, ну, лиман, да, добавляем уже на озере конкретно. На той прикормке отличный был клев, в принципе, нормально. Все, что, ну, видели, нормально клевало, в принципе, целый день. Плотвичка, подлещик, мерное все такое. Подлещик только по размерам скакал, там от таких до таких более-менее ничего. По ставкам сегодня сработок не было никаких. Сейчас смотрю, по нулям ставки стоят. Фонарики, так как мы сегодня проспали, оставили в машине, поэтому... Лучше сейчас пойти собираться, чтобы ставки наши хотя бы найти потом, потому что здесь очень чужих много. Все, ребята, подписываемся на канал и до встречи на новых озерах. Всем пока!